сняла два нижних листа, потому что они бы рано или поздно, они бы все равно бы отсохли. Потому что мне надо вот смотреть на это место и его контролировать. Значит, что я увидела? Немножко есть почернение. Но оно на возвышенности. Есть возможность его контролировать. Это раз. Во-вторых, вот есть кое-что интересное. Либо детка, либо корешок будет новый. Вот. Эти места я зачистила пинцетом от чешуек. И сейчас оно подсохнет. Я, конечно, потом чем-нибудь обработаю. Вот, и буду это дело контролировать. Те листики мне не нравились. Я не жалею, что я их сняла. Пусть будет так. Ну, видно, что была залита, но не критично. Обработала я уже свою орхидею. Счастливый ангел самшитом. Это препарат широкого спектра действия от вредителей и от болезней, от всяких гнилей и так далее. То есть я уже не буду там ничем мазать. Я сейчас вот эти вот темные места на шейке, подозрительные, я промажу садовым варом. Мой любимый способ запечатывания всяких болячек, чтобы туда просто не попадала влага. Просто эти места не будут контактировать с влагой, и ничего страшного с ней не произойдет. Она уже хорошенько высохла. Прошло несколько дней. Вот. Я ее даже успела полить. И сейчас промажу вот эти вот места садовым варом. Не жалею, что сняла листики, потому что я буду, я же говорю, мне нужно провести над ней работы. Ничего страшного, она бы все равно ее бы отсушила, эти листики. Ну, внешний вид, конечно, странный, но куда деться, главное здоровье. Цветет еще. Цветет, только цветочки развернуты в ту сторону сейчас. Так. Она как хамелеон меняет цвет в зависимости от освещения. Она может быть абсолютно темно-бархатной, черной-черной, темной. Сейчас она винного цвета, потому что она хорошо освещается лампой. Вот. При дневном освещении она совсем другая. Ну, в общем, интересный ангел. Такая вот она. Так, ну что ж, будем мазать. Этот метод очень хорошо себе зарекомендовал. Я сама его как бы протестировала, придумала. Экологически чистый, не нужно мазать никакими препаратами. Метод проверенный не один раз, очень хорошо себя зарекомендовал. Орхидейки от этого хуже точно не будет, только лучше. Поэтому и она будет красивая стоять, то есть не будет там никаких намазок белых, синих, розовых и так далее. На себе будет вот такая вот стоять естественная и не мулять глаза. Вот, и никто не заметит, что с нами что-то не так. Ну, совсем чуть-чуть не так. Вот. Я буду уверена, что туда не будет попадать влага. И наши эти черные места уже будут нейтральны, не будут себя никак проявлять. И меня это очень-очень устраивает. Это лично мой такой
опыт, он мне нравится, поэтому если кому-то он пригодится и будет полезен, то это будет очень хорошо. У меня даже от садового вара моя реанимашка, на которой я замазывала, также вот, только ниже у нее там были проблемы с шейкой. У меня там, где был садовый вар, она просто-напросто попускала корни. То есть можно сделать вывод, что садовый вар, он не только экологически чистый, но он еще и стимулирует появлению новой жизни, корешков. Поэтому не бойтесь, что там орхидея не будет дышать и все такое. У нее достаточно других мест для дышания, поверьте. Это корни и обратная сторона листа. Вот это вот, там где они больше всего дышат и впитывают в себя все необходимое. Поэтому, опрыскивая и подкармливая орхидею, не забывайте проходиться по этим местам, то есть задней части листа. Орхидейка знает и скажет вам только спасибо. Вот такая красота у нас получается. Очень-очень все естественно. Тут закукленный корешок у нее. Вот. Посмотрим, что с ним станет, с этим корешком. Мне этот способ очень нравится. Очень. Я даже не покупаю эти Максимы там, какие аналоги еще есть. Да, может быть, оно хорошо, все. Я не спорю по поводу эффективности препарата, но каждого свои методы. Каждый метод имеет право на существование. Вот так вот. Сейчас я вам приближу. Практически ничего не видно, даже вот эта вот чернота, она скрылась, стала такая более прозрачная. Ну вот, все на этом. Пусть растет и адаптируется, буду за ней наблюдать, ждать новых листочков. И, конечно же, меня соблазняет всегда почки. Я теперь смотрю на эти почки и думаю, чтобы изобрести. Да, новая фишечка у меня в руках. Ну, наверное, попробую с этой почечкой тоже поработать. Всем пока!